Теннис привел в Пензу создателей и многолетнего продюсера кинофестиваля «Кинотавр» актера Марка Руденштейна. На стадионе «Первомайский» обладатель золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини присутствует в качестве зрителя. Он болеет за своего внука. Я его менеджер. Миша Соколовский, внук Марка Руденштейна, уже дважды становился чемпионом страны. Дед на него возлагает большие надежды. В Пензе им понравилось обоим. Знаете, самое смешное в моей жизни, что я объездил всю страну. Все окрестности вокруг Пензы. Но в Пензу ни разу не заезжал, и поэтому приехал и сказал, что я потерял жизнь зря. Очень красивый такой европейский, даже зеленый город. Здесь хороший корт и центр. Все есть, все рядом. Получаю удовольствие. Еще бы гостиничку поставить здесь. Чтобы не ездить на транспорте туда-сюда, и было бы идеально. Для юных российских теннисистов это главный турнир года. В нем принимают участие 32 лучших спортсмена страны в возрасте до 12 лет. Играют на первом этапе по круговой. Каждый с каждым должен сыграть. И потом из каждой подгруппы должен выйти один самый лучший. Эти восьмерка лучших формируют эту самую восьмерку, и уже по олимпийской системе они борются за кубок. Из 32 участников турнира нашу область представляют 5. На стадии группового этапа судьи никого не выделяют. Финальные игры состоятся в воскресенье, так что у гостей Пензы будет время получше познакомиться с городом. Марк Руденштейн с внуком собрались в театр.